Друзья, всем привет! Мы вновь на Ческом. Международный мастер Нидерланды. Эти люди прошли через все. И давайте с Фенки-то сыграю. Так. Ага, b5 ходит. Ну давай, окей, конь g2. Ушел в 2-0. Давайте a4. Конь d5 с темпом. Пока стараемся все делать с темпом. e6, наверное, пойдет. А нет, конь f6. Тоже вариант, да? На конь f6, кстати, e5. А что на e5 он придумал? Давай. А не выигрываю ли я? На слон g2 еф. На слон f1 fg. У меня там как-то две фигуры. А на конь d5 пойдут c4. По-моему, у Хьюстона проблемы. Аватарка Человека-паука. Ну ок. Конь e4 еще, наверное, есть ход. Там ферзь d3, по-моему, с угрозой ферзь b5. Но это уже в прошлом. Так. А чем я здесь бью? Ферзем же, видимо. Да, это он забрал. Это я понимаю. Давайте с темпом. Стараемся делать все с темпом. Ладью на e1 хочу запулить. Вот так вот. Конь d5 грожу. Да, ну не должна такая позиция держаться. Вот здесь, по-моему, конь d5 можно пойти. Пошел. Конь f6 хочу въехать. На ферзь d8, ферзь b5 сдался. Ой-ой-ой-ой-ой, шах тебе. Да, друзья, ну вот такая вот дебютная катастрофа. В жизни так бывает. Международные мастера отлетают и довольно быстро. Надеюсь, вам понравилась данная партия. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.